помню, как-то приезжаем в Милан, а у них такая удивительная фишка. Голуби не запуганные, в общем, получается, как у нас в бывших странах СССР. И у людей садятся, короче, на руки. В общем, это история из личной жизни, получается. И вот я так удивился этому моменту, когда первый раз в жизни побывал в Италии, в Милане. То есть, получается, у нас вот уже тоже на районе немного люди отучили голубей запуганности, потому что, как говорится, в СССР были запуганы даже голуби, да? То есть, если сами же чекисты приходили на работу и боялись, что их самих арестуют где-то по сговору, кому-то дорогу перешел, какому-то депутату ЦК или там верхушке КГБ. Ну, в общем, вот такая вот фишка получается. В общем, хорошо, что у нас на районе голуби уже меньше, может, на руки не садятся, но уже меньше боятся людей.